За минувшие сутки пожарные области 9 раз выезжали по тревоге, в одном случае на тушение пожара. Так, на пульт диспетчера 101 Ордобасинского района в 21 час 10 минут поступило сообщение о возгорании в одном из частных дворов поселка Коксерек. По сообщению вызывавших, в доме загорелось сено, сложенное на чердаке. По тревоге на место пожара в поселок Коксерек из пожарной части номер 8 Ордобасинского управления по ЧС выехали 2 единицы пожарной техники и 8 человек личного состава. Как выяснили сотрудники противопожарной службы, на чердаке загорелось 8 тонн сена. На тушение огня у пожарных ушло 15 минут. Еще через 12 минут огонь был полностью потушен. В пожаре никто не пострадал. Сейчас дознаватели управления по ЧС Ордобасинского района выясняют причины возникновения огня. По одной из главных версий, пожар возник вследствие короткого замыкания. Сотрудники местной полицейской службы Абайского РОВД в ходе рейда задержали двух подростков, нарушивших норму административного кодекса, запрещающего после 11 часов вечера несовершеннолетним пребывать на улице без взрослых. В ходе отработки мероприятий по охране порядка на верной территории на улице Аскарова мы заметили двух подростков. Проверив их личности, мы доставили молодых людей в Абайский РОВД. Как выяснилось, оба подростка несовершеннолетние, жители областного центра. Мы вызвали в РОВД их родителей для заполнения протокола административного нарушения. Несмотря на то, что при себе у молодых людей не оказалось никаких документов, полицейские по компьютерной базе установили их личность и адрес проживания и связались с родителями. Родственники подростков в РОВД появились уже через полчаса, и с них были взяты объяснительные. Так как после 23.00 в поле зрения полицейских подростки попали впервые, стражи порядка родителям вынесли предупреждение. В случае повторного нарушения они будут оштрафованы на 5 месячных расчетных показателей. Всего только с начала этой недели сотрудники местной полицейской службы задержали около 20 подростков после 23.00. Государственная казна пополнилась более чем на 100 000 тенге.